Вишню, нашу модель. Нам нужны ножницы с такими закругленными концами. И аккуратно стригаем вибрисы. Вишня, молодец. Теперь мордочку надо расчесать. И отрезать вот эти торчащие волосы. Чтобы собака не боялась ножниц, сначала нужно вот так поводить, чтобы она поняла, что это ничего тут страшного, и не дергала головой. Теперь берем такой инструмент и немножечко сглаживаем эти остро обрезанные края. Теперь берем уши. Начинаем стригать по внутреннему, внутреннему краю. Если доживешь.
выравниваем эти все торчащие ногти у нас. И теперь нам хорошо виден край. Аккуратно обрезаем. Ну, аккуратно, чтобы не повредить само ухо. Слушай, я сама держу с этого края. Поверни голову. Вот так. Здесь стрижу до вот этого кармашка. Вот. Больше не нужно, потому что ухо тогда будет слишком сильно открыто и будет выглядеть большим. Можно снять лишние волосы вот здесь вот снаружи ухо вот этим инструментом. Thank you.